Дубосарь стал первым районом, где завершены работы по ремонту дорог в рамках программы «Хорошие дороги для Молдовы». Всего в районе были отремонтированы около 11 километров дорог, а стоимость работ составила почти 27 миллионов леев. Министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич достигнутыми результатами удовлетворен. Сначала никто не верил в этот проект, потому что в нашей стране никогда не ремонтировали столько километров дорог одновременно. Вот результат программы «Хорошие дороги для Молдовы». Качество работ является наиболее важным фактором. «Мы не ремонтируем дороги на один день, мы делаем это на годы», – подчеркнул министр. Габурич отметил, что все участки дороги будут сданы в эксплуатацию после проверки специалистами. Министр уточнил, что наряду с модернизацией дорожной инфраструктуры Молдова станет более привлекательной для иностранных инвесторов. Кроме того, Кирилл Габурич призвал примаров начать переговоры о других участках дорог, которые будут включены в проект в последующие годы. Программа «Хорошие дороги для Молдовы» стартовала в начале этого года и предусматривает восстановление около 1200 километров дорог в 1200 населенных пунктах страны. Сумма инвестиций – около 1 миллиарда 600 миллионов леев. Деньги будут выделены из дорожного фонда и госбюджета.